Это различные сооружения, храмовые комплексы и камушки в городе Хампи. Сейчас 7 утра. Невероятно красиво. Огромные эти камни поражают. Пришла в наш гестхаус Хампи, и тут стоит бабушка вот этого заведения. А вон там дочка ее, внучки бегают. Смотри, что-то она качает. Какую-то скатерть оказалась. Это люлька с ребенком. Женщины работают, как всегда, не покладая рук. В жару, укутанные в кучу одежды. Продала моя мама 10 лет назад дачу. И я так соскучилась по земле и по тяжелой работе, что решила поработать в Индии. Может, 5 рупий заработать? Пойдем. Я не знаю, что я делаю. Я так понимаю, надо что-то копать. Они просто что-то делают в земле. Мне кажется, они как-то что-то вот так вот делают. Наверное, убирают вот эти штучки. Вот эти вот, да? Правильно понимаю? Короче, от сорняков землю избавляют. Что, нельзя работать? Я ж на халяву. Я не хочу денег. Не парьтесь. Короче, работа не тяжелая. Единственный минус – жарко. Всем привет из города Хампи. Сидит вот. А здесь вот красивая статуя. Вон еще одна. Что-то они кушают с этого дерева. Она только что написала. Прям недалеко от нас, вот сюда. Нашли мы сегодня потрясающую дорожку. На Моттинг Хилл, если не ошибаюсь, как называется. И тут оказался заброшенный храм. Вот. Ну и лезем на огромнейшую гору, тоже с храмиком. Это самое интересное, что я видела в Хампи. Чудо света, охраняемое Неско. Вот чего не видит большинство туристов, приезжающих в Хампи. Но сюда стоит забраться. Дорожка нелегкая. Даже уже ступеньки пропали. Подниматься тяжело. Но возможно. Я даже это делаю вот в шлёпанцах. Очень неразумно. Конечно, на кроссовке. Офигенный вид. Сегодня 17 февраля. Записываю себя в супергероя. Даже в супервумены. Потому что я забралась на какую-то невообразимую гору. Вот я показываю вам закат красивый. Мальчик вот этот. И нас сейчас напоит чаем. За мою смелость на закате дня. Смотрите, что мне дают. Ну дай мне самолетик, я хочу его. Мальчик принес нам самолетик. А, кстати, на вот этой горе есть мальчик замечательный, который продает чай. Пришел сюда с термосом. И вот масала чай продает нам. Потом он сбегал к дереву. Вот, кстати, парнишка. Вот. Вот дует. А, он хочет стаканчик использованный забрать. Так вот, принес он нам вот такие самолетики с дерева и сказал, сделайте, чтобы они вот так вот летели. Так вот. Что у меня? Ну, короче, у меня не улетел. Ну, ладно. Вот. А вот там вот где-то вдалеке виден храм. И там есть улица Хампи Базар, где мы живем. А вот здесь вот мои соседи из Италии. Речушка и заброшенный там дворец. Сейчас его не видно, какой-то ипподром виден. Там банановые плантации. Ну и, в общем, много каменюк. Приезжайте в Хампи, вот на этот пятачок обязательно забирайтесь. Это тяжело. Ну, стоит того, конечно. Видите, у меня красного цвета. Это выделяется адреналин, чувство страха и кровь, наверное. А вот такая дорожка, сейчас покажу. Но это еще не страшно. Вот когда с одной стороны обрыв, я просто сажусь на камень и говорю, я никуда дальше не иду. И бедный мой спутник. Он еле сдерживается, чтобы не материться на меня, как я тут спускаюсь.